На гору они не полезли. Я вижу одного наблюдателя здесь. Так и сидит на той горе. Мустер, на прошлой высоте твои еще остались или нет? Вы... На прежней позиции противник. Это противник, по нам огонь ведет пассер. Ну, понял, я не вижу. Я его согнал вниз, потому что тут вертушка летала, на нас ветки ставила, блядь. Так, сейчас лечу в горочку, поднимайся. Иду. Ну, техника со стороны ББ-кампа пошла оттуда. Я не знаю, сейчас разворачивать, не разворачивать этот, как его. Подождем. СПГ-9, выход направления. Потому что на нашем направлении, скорее всего, тоже здесь есть. АТП. Да, на связи АТП. Вы стреляли? Да, мы стреляли. Вижу танк, блядь. Штаб, наблюдаю танк. На метке наблюдатель. Уходи с горы, блядь! А я не вижу метки наблюдатель. Где один остался, где метка один остался, там... На 110 от нас. Это по нам ебануло? Форан жив? Да. Да-да-да, он да, по нам. Он светлаком, нахуй. Да. Пускай стреляет, похуй. На 110, это на горе от нас, получается. Угу. Где наблюдатель был, там танк стоит сейчас, блядь. Что, вы нам предлагаете уничтожить танк? Ну, вы не сможете. Ну, если он к нам лбом стоит, то вряд ли, потому что шторм сработает, скорее всего. Так она же не полазит, ну, не должна. Вертолетчик стреляет. Ну, мы можем попробовать. Сидите в засаде. Так, блин, попробуй определить данные. Так, сколько здесь? 2 километра? Ну, с тобой лист раз раньше. Да хера. Разглядел, СПГ? Да, могу дострельнуть. Думаешь, попадешь, блин? Только знаешь, это как иголку. Форум за низами. Не знаю. Далеко кидать. Не вижу танка. Скатился, что ли? А, танк скатился, только не знаю куда, мы отбегали. Хорошо. Смотрите, где-то он скоро вылезет, слово. Ну, слышал, все, что у вас там? Слышь, я эту гору не вижу нихуя, блядь, из СПГ. Вертолет заходит. Там все равно далеко. Ну, наблюдатель я вижу, сидит. А вот танка не вижу. Он или назад откатился, блядь. Или хуй знает. Куда он делся. Или вперед погнал. Но я не думаю, что он вперед погнал. Увидишь танк, если кто-то увидит танк, сразу прячься, потому что у них тепла. На связи.
Кампа или Дейл, можешь запросить, что там за техника стоит, пускай они посмотрят. А, всего лишь газик. Видимость пиздец, если ты не будешь нормально. Ну, у нас метка точно есть, прям 100%. Все, у вас противник рядом? Вообще? Да. У вас противник рядом? Противник на метках. Прямой видимости нет, да? Пока нет. Танк один раз жахнул и ушел. Интересно, куда вы? Они тоже боятся, у нас же эти два Абрамс. Там нихуя не газик, там танк. На досой две вертушки летают. Он только что по нам стрелял. Отходите, дымы пускайте, отходите на позицию резерв и УСИ. Ровно на север тоже появится. Принято. Оттуда горы должны быть видны, в тепловизоре будет все хорошо. И мост тоже отходить. Куда? Куда-нибудь тоже на север. Понял. Потом будешь возвращаться. Можешь в Руфайдах туда завернуть. Потом будешь обходной маневр делать через запад. Я отойду на некоторое время. У вас, в принципе, есть карта, вы так что сможете ориентироваться по свежей информации. Ну, а задача держать зону, сами знаете. Блять, танк опять там же стоит. Уходи, уходи, уходи. Опять танк выкатился, там же на той же горе стоит. Достанем. Я его потерял. Может, обратно откатился. Ждать, когда буду штурмовать. Она целая, а то какой-то у нее такой темный значок. Уверен. Но вроде ничего не докладывали, что кто-то подрывали кого-то. Ну, техника снизу идет и справа. Знаешь, что я сейчас вспомнил? Да. Ты пропал.
Я тебя не слышу. Шутер умер, наверное. Ты не должен умереть. Кто его убьет? Раз, раз. Сейчас нет, убью, подожди. Чё ты там вспомнил? Говорю, а, мы там за ту сторону, когда играли, когда мы на этой, на БТРе 80-м были. А, ДКСил. Мы, короче, когда ББшники потеряют позицию, не если, а когда, туда выйдет хоть один БТР. Я помню, как я с того БТРа стрелял по текущим нашим позициям, это был просто капец фоном. Не вздумай. Не вздумай пешком. Пешком не вздумай, только на технике. Вниз, вниз, вот ничего, нас будут тут прижимать, если я всем говорю. Внизу стоит техника, садимся в нее и ебашим в зону. Только смотрите, блять, на эти не попадите, на мины нас. Только так. Потому что пешком, я помню, пацаны бежали, я их всех положил почти что. Вообще я больше скажу. Вон он, там месте... где-то бэха, что ли, блядь, стоит, или танк, я не пойму. Там чуть частично его видно. Ну что, отступаете? Я вот от меня на востоке, месте, получается, знаю, точно, там тоже вижу, с горы что-то торчит. Ну что торчит, непонятно, блин. Дальность бы, ну тут дальность приличная, блин. Как вариант, отступай в Рухайдах, Рухайдах, оттуда выдвигайся по автодороге на запад. Что, ой, Сифорос, ты тут? Понял. До ладьи, Сифорос, вот там техника стоит. Okay, я там. Оттуда выдвигайся на восток. На востоке, там, где? На востоке, блядь! Иди сюда, нахуй. Иду, иду. Определи дальность, блядь, до нее. Посмотри, что это такое, если у тебя... Сейчас наблюдатель, остались? Да, ты точно говорю. Это Энзо, Энзо говорю. Хорошо, они метки проставят, если что. Я ГС навел. Я не пойму, что это за техника, блядь, стоит. Там часть ее торчит. Чё тебе? На, бинокль возьми и посмотри вон на ту гору, блядь. Там торчит какая-то, этот, блядь, техника. Только непонятно, что. Азимут. Ой, на восток где-то 90, смотри. Вон ту гору. Азимут дашь? 90, блядь. Вон гора, видишь? Да, вижу. Это этот, короче, гусеничная БМД или как там ее? Давай определи дальность до нее. У тебя это работает R кнопка, блядь? Да, сейчас. Пытаюсь определить, не получается. Определить до нее дальность и метку точнее можно было поставить. И попробовать отработать даже СПГ. Только если она выкатывается, будет, сразу уходи. Прячься. Танк, это что было? Танк, это не она. Это не она. Там, значит, еще один. Ох, я найду его. Нет, висит мост. Штаб, по нашему направлению Альфа-1-3, скорее всего, Бэха и один танк. Потому что сейчас танк... БМД, да? Да. И там где-то еще танк стоит, так что аккуратно. Я, наверное, там же. Танк с теплаком, блин. Так, БМД, правильно там? Есть такая у них техника? Их БМП есть. Так, ну, переткни метку, она точно. Танк сейчас гляну. БМП метка актуальная, там чутка его видно. И где-то танк еще долбает по нам. Понятно. Что? Угу. Нет, не поверь. Вон он, танк, блин. Там еще стоит. Да, 110 от нас. Ну, короче, да, там же. Где метка стоит, да? Да, там же. А, на нашем направлении БМП-2 и один танк. На горах стоят оба. Метки на них актуальны. Да. БМП закачанный, то есть за гору
чуть-чуть его видно, а танк шмаляет по нам тут потихонечку. Пусть БК расходует. Только не погибайте, пожалуйста. Нечем его выбить. Сифорс, не мансуй нахуй, пускай стреляет. Они закружили. Ну вот я выгнал этот. Как его? Троллю? Вообще на мет. У тебя есть плакат, выстрелить? Ну смотрите на юг. Плохи стреляйте сильно. Они должны выползти там, больше не играть. Я ему куешку. Не так далековато, если они ближе подъезжать будут, а то у нас на километр и скорее всего только один выстрел. Так что, Сифорс, у тебя РПГ, так что ты за нее не садись. Штаб, разрешите на 22.45 пойти и крови скупить. Ну идите, ПТ-средство есть. Бэху можно поставить заново на трассе, и она поедет. Как? Танком отдать. Он сломает ей 5 траки. Не попадем в него. Вот был бы тур какой-нибудь там. In love, да? Питан. Короче, он на нас не, он на нас не смотрит. Он смотрит вниз. Ну, если LC не лень еще раз кататься на юг 200 метров и перевернуть нас, то мы были бы очень признательны. Сейчас принял. Пускай стреляет, главное БК на нас тратит, блин. Вертушки метки ставят. А у нас уздушка, патрона уже не осталось, да? А то они прям в ногу. Аккуратно, стоп, стой, стоп, 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 стоп. Все, давайте. У всех над головой такой глюк. Да. Цветочек. Что там, еще их наблюдаешь? Да, бой. Тут водила вышел, бля. Слушай, может стреляем с пулемета по водиле? Он, ну, как бы на башне сидит. Дальний сторону. Штаб. Так. Сейчас перевернется. Тихо, меня тут уже перепугали. Хорошо. 2-300. У меня 1500 дальности. Я могу, конечно, очередь туда. Чисто по фану по нему долбануть. Ну, 1500 выстрел и плюс его поднял, вот полетите. А толку-то? Ну ты говоришь по фану постреляй по нему, вот я тебе по фану пострелял. Вон, по вертушке постреляй, не знаю. Не, по вертушке толку-то, блядь, по ней вообще стреляй. А воздух стрелять просто так толк был, да? Ну у нас магазин в херовую тучу, пускай знают, что, блядь, я не выявлен. На РПК, этот, ПКП нету в магазинах. Там есть, там в машине есть. Тут 6-7 минут. Да не стреляй ты, блядь, по этому ебаному вертолету, он специально, блядь, летает. Вайпер, забейте, сейчас перевернете сами. Почему он фугасами сюда не стреляет, непонятно. Хотя может и фугасами не стреляет. Давайте, я вообще отступайте еще. У нас тут все живы. Шотер. Вайпер, подъедьте с другой стороны. Шотер сдал, шотер сдал. Энзо живой. О, Энзо, нормально. Так пропал. Энзо, мансуй, но не высовывайся, блядь, туда, в пизду. Пускай сами едут сюда, к нам. Так пропал. Может, блин, подъезжает. Попробуй справа гору обойди и посмотри. То есть не через... Да я вижу. Именно танк. Потому что он, я не знаю, может он назад укатил. Или пытается вызвать огонь на себя этого. У нас двух Абрамс. Отмечай.
меня на востоке вот торчит что-то из-за горы и человек бегает. Это скорее всего БМПшка. Может, мы больше не будем пытаться. Да, хорошо. Мостер, дуй на 2, 4, 5. А ты по у вас все в порядке? Че за херня, Форан? Да это я из СПГ туда врубал. Куда туда? В направлении там. Ты упоротый, взял выстрел, потратил просто так. Сейчас спалил нашу позицию. Да они и так знают про нас, ты че, ёп? Думаешь, почему спалил, танки на... Ты СПГ спалил. Думаешь, почему по нам танк стреляет? Просто так, что ли? На связи. Потому что пехота бегает. А такая на связи? Да, такой на связи. Да. Выстрелил. Топ-ден без рации доновил. А сейчас из СПГ-9 просто шмальнули туда, чтобы их загреть на себе. Привет. Зарядил? Зарядил. Они в атаку пойдут, а ТП на юг сместить. На, забирай минутку свой. Что забирать? А, ну нужно выйти прямо на них. Понял мне. Ну ты особо не мансуй, не высовывайся, ёпта. Да, топ-ден на связи. Пойдём, пацан. А ты танк видел? Нет, потерял. Его там нет больше. Душ откатился? Я думаю, он обходит или вперед идет. Вот я тоже боюсь. Надо сейчас обойти гору. Ну я не думаю, что он, конечно, пойдет вперед. Вертушка на востоке на посадку идет. Или нет? Просто танк, скорее всего, просто откатился. Пока все танки живы, я не думаю, что они попрут даже. О, вижу наблюдателя на горе. Монтаж. На левой горе да. Вижу наблюдателя. А, штаб на связи? Штаб на связи. Метр, у нас метр, 20, короче, в моей старой позиции, на юго-западе, там ВТМ 800. Примерно метку поставь. Стоит. Привет. Уси. Да. Если вы на руфайдах сместитесь, вы должны будете видеть оттуда БТР. Хорошо, сейчас попробую. И он, кстати, с ДВшкой бегает. Смотрит. Танк вижу, ёбаный в рот! А где метка 21.58, где метка стоит один тех, там стоит танк. Они его туда переместили. Привет. Метку, форум. Да блядь, один тех стоит, метка. Вот это блядь. ТП. Теперь или тебе прям танк выписать. Метка один тех. Ну ты перетащи просто метку свою. Метку выкатывай. Дальность, до горы 21.58. Да, смотрю. Вот. Говорят, барс по зоне работает танк. Да он сгорит 21.58, стреляет, блядь. До макушки? Да. 1900 ровно. Ну, 1850. Чуть-чуть не вижу я его отсюда, блядь. Повернул, блядь. Не знаю, почему. Я туда АГС свел. Не знаю, минут времени скажу. Недалеко. Но сильно далеко не найдите. Оставь на всякий случай последний патрон. Примерно по вашим позициям могу бить чуть дальше. Я его потерял. Он или откатился, или ушел. А, блядь, я не на той горе его смотрю, ёбаный.
зарядил. А вижу, он все так и стоит там, ебаный уже. Фора, не трать патрон, далеко. Или давай я попаду. Попробую. Ну попробуй хуй. Ты его видишь? Вон он стоит, блядь. Он спускается, слышь, Фора, он спускается. Блядь, ебаный. Дым откинул. Скажи, подавай. Масштаб, он в зону уже, точнее, этот, Russia танк. В нашем направлении едет. Вот такой, давайте переход. Да сука, ёбаный, блядь. Разбери. А, скатился вниз с горы. Сейчас где-то под горой стоит. Примерно метку. Где ты его последний раз видел? А, метка танк. Принято. А такой выходите на него. 21.58, да, он вниз скатился. Ты его наблюдаешь? Ты зря за нее сел, слезь пока с ней. Нет. Сейчас увидим, потом сядешь. Там сейчас тебя снимут нахуй. Он по любасам, он же это видит. Но он, скорее всего, на 1600 сместился. Но он там вот, в зеленке, скорее всего, стоит. Внизу. Ворон, ты в курсе, что метки можно перетаскивать, а не переписывать заново каждый раз? Какая разница, блин? Большая, меньше времени занимает. Так, а что там с бэхой? Смотри. Так и стоишь, что ли? Я не знаю, бинокль тебя. Вижу. Бэха там же, все стоит. Говорят, Барс мог терять двух человек. Правее нее наблюдатель, может шугануть его? Ну, там не попадешь, 2500, 2500. Хуй нарыло. Застрелись, не, ну в принципе можешь, короче, выставить резервом 1500 и заделить сантиметра на 2. Потом повышай каждый сантиметр. На сантиметр. Магазин отстреляй и уходи сразу. Попробую, ну. Ну давай. Магазины там еще в машине есть. Что, если что, мы готовы выезжать и работать по меткам БМП, ПЕХ и тому подобное. Давайте что-то действовать. Форум прикроешь. А танк на том же... Ой, точнее БМПшка на том же месте стоит, а танк уехал вот... Шутер. Под горой. Сейчас его отсюда не видно. Форум, в принципе, не на дистанции, уже поражение СПГ. Да как сейчас увидим, так будем стрелять. Хорошо. Ну там в складках местности спрятался танк, его не видно этим. Один скатился, один на горе.
Метка актуальная, примерно, конечно. Вижу пехоту. Пехота есть. Правее от бахи от этой стоит. Бегут. Дальность можешь определить? Так. Они сбежали, короче, с той горы, где быха стоит. У врага 40 минут осталось. Ох, блядь, не долетел, чуть-чуть взорвалась в воздухе, блядь. А так вот взорвал бы я бы ее. Все, разбери ее, чтобы глаза не мозолило. А все, зарядов нет? Ну да, три снаряда. Ну пускай стоит, пускай они тратят на нее боеприпасы. Говоришь, они вниз пошли, да, на нас? Наступают. Да-да-да, на меня вот бегут прямо. Да. Попробуй работать тогда, давай, да? Давай, работай, работай. А, Стас, на нас начал уже пехотинка идти с гор. Меняйте позицию вообще. От меня на востоке. Хуярь, хуярь, не дай им ничего. А, что-то у нас сгорело около зоны. Возможно, танк, не знаю. Танк АТП сгорел. Можно близко подходить, хуярь. Если что, будем отступать нас. Сифорест? Сифорест на связи есть? А, чё? Готовься к тому, что попадёшь к этому. К танку пешком? Нет, не к танку пешком, а... Нас, а чё у вас там? Прячусь в... Вот... А, хотя нет, ты туда не добежишь, блядь. Да давай до танка добегу и всё. Да танк тебя захуярит, он... У него теплак, ёп. Это тебе не Т-72, блядь, это Т-90. Так он за горой. Да, а один внизу стоит. Я вот про него и говорю. Круто. Один внизу, один наверху стоит, один танк. Ну, внизу за горой. Внизу. Кстати, а чё горит у нас? А чё это горит? Это ТПшников какой-то танк. Сгорел. Короче, не... Ага, откуда побили? Танк их не? Да. Сгорит. Мы можем работать по высоте 2-2-2-7. А ты гору на севере осмотрел? Там могут эти пехи еще быть. Энзу, ты на связи, Энзу. Да-да, дойдет, пехотинцу, дойду до дороги. Вот видишь, карта у тебя. Хорошо, я навожу. Да-да, вижу. Короче, если они туда доходят, или точнее скоро дойдут, скоро, по твоему ощущению, ставь 2-0, АГС пускай туда отработает, понял? Хорошо, понял. Окей. Есть, ну давай, штаб. Не достанет, там 2 кило, а он на 1,6 метра стреляет. 1,7 метра, на, хватит. Ну и... Должно хватить. У нас, блядь, 2 танка, что ли, сгорели? Слышь, пора, значит, до метки вот этой, где до дороги, 2100 метров. Он не попадет. Это, смотря какой до дороги, ты имеешь в виду. У нас пизда. Крайний левый. Я имею в виду 20-95. А монстр, все, у нас танка нету, вынесли его. Как? 20-95, он смотрит туда. Ну и, ну ровно 2 кило. Не достанет он. Похуй, подойду поближе, обеих на. Что за стрельба, блядь? Где? Что за хрень? А, какая-то стрельба в городе идет.
Неси, да? Да. Пошла. Сифорс, на, возьми этот бинокль, посмотри пока. Я же отойду на 5 секунд. Отойди на 5 секунд без бинокля, с биноклем. Да, ну окей. Если тебе не надо, окей. Пока нет. Информация актуальна по танку есть какая-нибудь? Танк стоит на горе. Метка стоит. Выстрел был танковый. Это чей? Элфи? Да. Так. Чё, всё-таки подобрал, блядь? Бинокль на плакался. Хе-хе-хе. Чё там наша сторона, как? А кто там горит? Ты мне скажи, кто горит еще? Кто-то опять горит начал. Опять горит? Где? С какой стороны? Вон. Лес пустой. Ну куда ты смотришь, там вот справа АТПшники горят и все. Ну а они уж про... АТПшники, по-моему, прогорели уже, а тут что-то новое горит. Дымы отбросили кто-то, это не горит. Это техника горит вообще-то. Ну нету, блядь, этого дыма, блядь, вверх. Это, видишь, он стелится, дым, блядь. Это дым бросили кто-то. Ты упоротый, что ли, форум? Это техника горит. Дай бинокль нахуй. О! Охуеть, это что такое? Это сейчас что такое было? На, на. Нет, не видел. Что делаем? Так, что они захватили? Давайте вниз спускаться. Берем технику, короче, осрашим и едем до военки. Военку сейчас захватили. Заминировано. А, в смысле ограждения? Понял. Пошли. Шутер, на связи. Давай, пацаны, машина. Давай, спускаемся. Энза. Иду. А, то есть мы там окапываемся. Опа. Там написали опа. Форон, осмотри военку. Отсюда я никого не вижу, но. А, ее захватили, слышь? Я знаю, что ее захватили. Давай все в тачку, сейчас по-бырому подъезжаем, короче, прям к запору, блин. Ты упоротый, ну ладно, пошли. Мне нравится. Вот вам и попа. Что-то давай, я верю в тебя. Загорались пламя счастья.
броня, перевязываюсь. Я на всякий случай морфинчика введу. Гранату кидай. Одного. В зону не входите, подождите. А как вы прошли? Тут дырки нет. Я слева обошел. Не входите в зону, я гранату кидаю. На связи. Далеко слева? Прям. Валил одного с ДВшкой. Хорош. Давай. Здесь. Ты всех убил? Да, я захватил их. Мы захватили базу. А с какой стороны стреляют, я что не понимаю? С левой стороны, это, с высоты хуярят. Понял. Форан, мы базу отхватили. Пиздец. Раненые есть? Раненых нет, ну давайте здесь только располагать. Я уже пролечился раз 15. Свой. Там точно больше никого нет? Ты ДВ добрал у них? ДВ я тут рацию только добрал. Ну ты ДВ бери. Я пошел танк встречать. А, беру ДВ. Я возле тебя, Форм. Шутер, да возьми ДВ сам. У тебя смешки не включай. И разбирайся, здесь боевые пасы. Нифига ты там трупов наложил, алё. Ну чё ж, блядь, делать-то ещё? Разбирайте боеприпасы, располагайте здесь и сидим здесь. А, штаб, отбили зону, короче, сейчас будем здесь закрепляться, будем здесь сидеть.
зря ты туда пошел, там бэхи, блядь. Ну и пусть идет, я вот. Пусть идут, с удовольствием встречу. Там пацанов тебя побило, нет? Только не могу, откуда стреляет? Блядь, мы можем шансу жить. Откуда стреляет? Они, блядь, хотя бы не так разрушаемые. Откуда стреляют? Да с левой стороны, с востока, с откуда мы были. С севера? С востока, блядь. Е такая на... На этой, блядь. Шутер завалили, нет? Нет, я цел. О, хорошо. Так, нам здесь... Нам здесь жопа будет, пацаны. Надо уходить. Я не уйду, мне здесь нравится. Думаешь? Они по ТВ молчат, я его кину. Ну крикни что-нибудь им там, Аллах Акбар напоследок, блядь, перед тем, как кинешь ее. Бинокль. Форан, 20 градусов, посмотри, кто-то на горе туда-сюда ковыряется. Да тут многие еще кто ковыряется, блядь, на 20 градусов. Посмотри, посмотри, свой, не свой. 20 градусов. Где мы были? Только чуть ниже. Понял. Форан говорит, что он сильно занят, чтобы с тобой разговаривать. Передайте Форан, передайте Форану, чтобы задницу шел и посмотрел на 20. Так, СПГшку вижу. Ниже СПГ? Да, намного. На 2 яруса. Если бинокля нет, иди, здесь бинокль лежит. Я далековато от вас. Никого не вижу на горе. Меток только Ева стоит и БМП ОСА метка стоит. Так что, в принципе, там наши, скорее всего. Но у них форма это, у нас юбки, блядь, а у них форма это. Такая военная форма. Но начинается, блядь. Идите вы в жопу, блядь, я вам потом отвечу. Да это я не вам говорю, мне здесь эти... Сифор с Зизом названивает, блядь. Что-то что говорят? Шутер. Да я тут, я... Чё, они не хотят они говорить? Под бэху не лезьте, или шепотом попробуй Сифор с его, это... Поговори с ним там, сколько надо, нас осталось живых, я тут один, блядь, помогите мне. Что-нибудь такую хуйню не скажи мне. Форан, может я на восток отправлюсь? И сгоришь нахуй с последней РПГ, да? Ну да. Давай, иди пизду. Чё, можно? Если танк не сожгёшь, короче, с тебя 50 баксов, короче, иди пизду. Хорошо, я тебе в автослайфе скину, у меня там несколько миллионов. Так, я тут трубу нашел, блядь, нормально. ПТ-шную? Угу. Ну, там такая, на западе да. Какая-то метка стоит, интересно. На 250 метров, блядь, стреляется. Иду на выстрелы. Давай, тогда аккуратнее. На горах никого не вижу, если они есть, они... Да все спустились ниже. Им же хуй. На открытую не выходи только, аккуратнее. Я кустами. Чтобы сжег, бля, хотя бы один танк. Стараюсь. Только поле, понимаешь? Пустое. Поле, найди нормальную позицию, там где-нибудь затарься на. По любасам они приедут сюда. Сейчас БК отстреляют и приедут. И ты их сожгешь. Остальные тогда прячься где-нибудь. Я не знаю, блядь, здесь вообще, блядь, в этом ебаном поле прятаться негде. Я, короче, буду в тюрьме сидеть.
северную часть города захватим. А, смотрите. Сидим, ждем, спрячься где-нибудь. Сидим, ждем эти зоны заходим. Держим. Форан, с севера танк пометили, смотри. Да, только танчику, блядь, видишь. Жопой шо. Хотя, в принципе, попробуй. Сиборос, блядь. Да иду я. Видишь, танк стоит около горы, где мы лазили с тобой. Да иду я. Давай ёбни его. Попробую с трубы его въебать. Тоже попробую тебе помочь. Нет, без пулемета буду. Нихуя не вижу, блядь. Вижу его, бля, он далековато. Ладно, сейчас попробую. Подойди поближе. Где он стоит? На метке на своей? Да, метка актуальна. Он едет наверх. Ну, сейчас попробую, ладно. Где СПГ-9 наш стоит? Туда он едет? Да. Попробуй наверх. Блять, ёбаный забор, забор, забор. Где? Я шутера вальнул случайно. Короче, у меня недолёт. Я за ним. Давай, давай. Надеюсь, пехота не... А, пехота наверху там, лол. Я по полю, короче, за ним. КВ сбиваю. Да, короче, смотри, Энзо, где мы сидели, гора, там пехи, понял? Стреляй туда, по горе. Да, жив. Я сейчас гору обстрелил. Постреляй еще. Вот так, постреливай, чтобы меня не убил. Они около камня, около камня. Около камня, по камню стреляй. Левее дыма! Танк спускается вниз! Попадание! Красавчик! Живой! Еще надо! Он встал! 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 Молодец! Да еще раз! Давай еще! Все! Горит! 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 Молодец! Что 90 автоматическое? Параныч, я его взорвал. Вот пулеметная башня, командир. Параныч. Молодец, нет, достал. Он нафига тут взрывает. Молодец, да нахер, молодец, получи медаль. Я тоже не знаю разницу. Я бы тоже РШГ взорвал. Я РШГ по пехоте. Я бы еще взорвал.
Зашибу, чем бы ты выстрелил в танк с РПГ-7? Осколочным или кумулятивом? Кумулятивом, мне Михер в упор выстреливает. О, кто танк давал? Какой? Кто-то 90. Тремор погнал. Тепор взорвал его, мы же там отбивали его на. Красава. Блять, я говорил, тормознём, расстреляем этого ублюдка. Не-не-не, едем дальше. Ну, он в раз два вас попал. Раз попал, там что-то встали, блядь, потом... Ну да, блин, едем дальше. Блин, Дейл косяк, конечно. Ну, о, танк уехал. Да он ещё не зашига. Два выстрела выдержал танк. Угу. Блять, вот плохо Михер, блядь, прям в упор расстрелял, блядь. А подень только сейчас бы они зашли, блядь. Нет, они бы еще до нас не дошли, зашли. Ну да, это и на 5 минут осталось. Мы бы все равно с тобой еще стояли. Но мы бы не стояли, нас бы танк убил так. Шаман это Дейл, походу, стрелять не будет. Так или иначе. Можно по-быстрому работать с СРШК. Ну, колеса, да, выбить. Заебутся. Колеса даже, по-моему, не выбьет. Выбьет. Ну как, смотря как попасть, может все выбить. Может еще важнее убить. Да, Дейл накрывает шаман. Хотя там брони-то в БТРе. Кот написал. Нет, ну не выносит его. Он либо колеса, либо башни летует. Либо и то, и другое. Да, а у кого голуби на заднем фоне воркуют, заебали? Не знаю. Обычно говорили, что это вертолет. Вообще это вертолет, да. А что это? Голуби, голуби. Это голуби на вертолете. Сколько раз наблюдаю, смотрю, вечно люди трутся рядом с триггером, но в него не заходят. Ага. Это нормально. Страшно. Ну это как-то проблема современности. Хозяина триггера спросить разрешение, можно в триггер войти или нет. Ой, Дейла спалили. Грин, твой выход был. Дейла давно уже спалили. Да. Сейчас бы я бы побух. Танки хоть кого-нибудь уничтожили, нет? Какие? Наши? Абрамсы, да. Абрамсы? Нет. Не знаю. Абрамсы, по-моему, заглатывали. Знаю то, что Толстый убил двоих точно. Абрамс, всех ты убил. Три раза по мне попал. По пехотинцу, по бегущему, блядь. Вообще не... Видимо, он ББ стрелял. Но он прям в упор, прям в меня влетел, блядь, снаряд вообще. Но Борис, у Абрамса нет. Сейчас бы твой выход был, зашибу. Че? Ну вот пех бегает, видишь? Далеко. И там. А, ты б его застрелил. А, точно. Так, а у Стёпы или у Шона есть? А я бы услышал БТР и побежал бы, потому что мне... Я бы не смотрел бы. Значит, он бы меня убил бы. Есть, но они все отсвечивают, потому что они единственные в зоне. Ну давай, Энзу, справочку. Нет, Шон заряжает, слышишь? Нет, Шон РПГ да, заряжает. Шон снап, 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 а тебя что-то стало? А, я понял. Блин. Шон ВЛ-очку зарядил, сейчас выйдет. Сейчас он этой двери разберется тут. Блин, ребят, говорю же, надо было машину попросить, чтобы подвезли там с колесом. Шон дверь выносить собирается, по-моему. Не было машин, надо было у кого-то противника занимать машину. Да какого противника? У нас же были фуры какие-то у каких-то отделений. А он не знает, где БТР стоит, он думает, что он на его улице, а на самом деле нет. У нас же была какая-то машина с самой. Есть, есть, около Шона стоит машина. Это мое РПК. Это наша машина. Это я должен был выстрелить. Надо было быстрее у них просить, они там злучились. Да, да. Я же видел вначале какой-то грузовик. Сколько там зон? 4 надо? Че он меня лутает? 4. Я не разрешал. Ну кто попал по нему? А как вообще он не утаит? Дейл, Дейл, ну пиздец. И опять в тот же куст ушел. А не, не в тот. Ты его укусил, может? Да нет. По бетеру он, похоже, из-за тимов Сэм отработал. То, что по ним прилетело, они откатились. Ну, кстати, их как калаш не забрал, там же присыл здесь. Шона взяли. Да. Сидел бы уже лучше. А как его взяли-то? А, все, я понял. Вот если бы он сидел потише, он бы взял этот БТР. Терпение не просило. Эх, Степан. Арма — это игра про терпение, на самом деле. О, смотри, Джей, Кэти, кто
там больше-то яичник своих. Чувак, это какой-то нечестный БТР на самом деле. Есть. Ну, Степан, ты чё? А чё, нафига ему с ПКМ? Не, у него же есть что-то одноразовое за спиной, нет? У него АТ-шка, точно, я забыл. Ну, хрен с ним, последний. Слушай, он же может просто выбежать на ну крышу. Ну, заорать Аллахакбар. Нахрена ему умирать? Ну, сейчас он на МБшники въедут и все, они захватят зону больше. Сейчас Лиса подберется к Степану. Давай, блин. Степан не так прост, по-моему. Он его спалил, что ли? Угу. Они оба спалили. Они еще на крышу перестреливались. Ой, граната. А у Степана 13 гранат. Он живым не дастся. Подожди, там... Степана гранаты. Убил. ПК. Себе под ногу. Он ушел за ним следом, говорит, мы еще не закончили. Да, потом светит. Че, вдвоем, да? Друг друга сами себя гранат. Лучшие. Своему же товарищу проехали себе пятишник. А че? Кишки высунутся. Не, конечно, это те ребят МБшники замечательно, но они сидят не в зоне, блин. Почему они не в зоне? Пускай сидят, пускай. Еще 9 минут посидят. Они перелазят. Вот сейчас бы я побахнул, но елки-палки, танк какой-то вообще-то. Опа, сейчас Михер встретит Энзо. Главное, он Михер, главное, чтобы сейчас завалить и все. Танк что-нибудь есть, а они чего? Рискуется. Но ему приказ был отступать к школе. О, БТР, смотри, застрял за. Нет, нет, слушай, нет, нет. БТ нету. Ева со СВД. А не как сюда может взять КМ, а может это, пробить. Блять, убить уже нельзя. Пацаны, никак нельзя, нужно убить, кстати, убить. Так, на Delete. Там же ОБК прям был, ёпт или да? Не Delete, а Insert или чё? Не, Delete. А, Delete. Всё, я тут, да, всё, всё, Delete. Сейчас они её возьмут. На! Радикально решил вопрос. Просто наша зона пункт держит. Всё. Или нет, ещё зона. Так мы перезахватили. Так они обратно захватили, блядь. А, перезахватили. Тихо, ещё 3, 4 зоны ещё. Ещё 2. Мечеть это ещё. Ну тогда крафт давайте, по-любасу. Сейчас не успеют уже взять. Единственный шанс, если по потерям как-нибудь. 20 минут. И техники у нас не осталось, несмотря, да? И все сидят в той зоне. Военные? И ни у кого нет ПТ, а БХ катается. Как вы, бля, БХ, сам себя, да? Что ли, граната? Ёбаный, это парапет. Да, сам себя. Да, Степан. За что на обидно? Надо ж было в эту тоненькую ёбаную, блядь, держалку для рук, блядь, попасть. Кириллы. Держалка, блядь, он сказал, держалка. Лучшее название просто. Блин. На эмоциях ты, блядь, как только не обзовешь. Не, знаешь, в метро там держитесь за поручни, говорят. Держалка для рук. Да. Держитесь за держалку для рук? Нет. А, блядь, пользуйтесь держалкой. Короче, блядь, видать это. Я уже приподнялся. Или я, блядь... Короче, кончик. Взял, выехал с зоны. Что за Петр, блядь? Но еще тебе подсказываю, что мы видели. Если по потерям, если по потерям не победят красные, то все уже. Времени точно не хватит. Блин, там зеленый. Чего? Откуда у красных БМП? Как так? Они ж красные. Где они взяли? У них же не было. Ладно. Ехала и не одна. Запада. Россия поставила. С востока, точнее. Разница в том, что у красных БМП 2, а у зеленых БМП 1. У зеленых были БМП. У нас были БМПшки. Где они? Дейл-то забежал в зону. Они где-то были. Только перевернутые вон болеют. А, она перевернулась точно. Первая потеря. Сейчас сам люди? Говорит, набрали по объявлению у водителя. Ага. Ну так и террористы. Дэл, где сейчас стрелять будет?
Байналла. А чё, Дейл так мал, что ли? А, я думал, он за танком взял. Он с РШГ. С РШГ в город. Ой, он умрёт. Он так умрёт. Там это, с БМП же. Себя сейчас, себя. Он если так делает, он не умрёт, он просто отключится. Не, ну Бетру колёса снять можно с РШГ. Ну, ему это и надо. Парни, все плак спалили. Я надеюсь, он сейчас не промахнёт, это трындец будет. Да. Дамьян, будем не знать. Да ладно, чё, он выдержал? Слушай, если найдет айпетишника, валяется во дворе, если он во двор зайдет и найдет еще трубу вот эту вот, это РШГ? Нет, это... РШГ в камуфляже. А если? А это вроде 26-я лежит. 26-я лежит, да, сейчас я уберу. Нас, кстати, приблизи не написано направление стрельбы, не инструкция. Где это было? Нашел. Слушай, так там можно даже просчитать при желании, посмотри. Но не взял. Вообще-то там написано, если ты ее будешь читать. Да, ну у тебя в руках, там можно прочитать. Я знаю. Но я особо не читал эту фигню, не видел. Но я видел, что она там есть в реальности. РШГ-2. Минута осталось. Ша, это штурмовой, что ли? Дэнни. Да. Да не возьму, что я говорю про этого исламиста. Ладно, кто его красиво убил. О, кто-то без сознания. Им еще одну точку за городу положил. Тормозни, да я его пичканул. Едет дальше. Тормозни, ну да я его пичканул, он уже палец тут засобирал. Да все, потом меня побили, задрал. Не, давай, ж... давай при всех прям. Чтоб стыдно. Да нет, нет, на самом деле на танке не стыдно, если бы на вертолете было бы стыдно, так что. Тормозни, я его застрелю, да? А, он нет, нет, танк едет, дуло качает. Где-то Миллер ебашит. А он в 300 метрах. А если на самолете, то вообще красота. О, смотрите, какая классная реклама. Слушай, они стенку поломали в мечети. Ну, Миллер отработал нормально там. Вот танку заехать 3 метра вперед, блядь, взять зону. Стоит на месте. Надо, пускай стоит. Пиздец, блядь, похуй не стоит. Ну-ну-ну, о, неужели догадался? Не надо ехать. Что? Не, они не запасли. Так он в чужую зону поехал, ты чё? Зеленый заехал, ты правильно. Ну зеленый, а им еще, смотри, еще одна зона, им еще. А почему она не захватывает эту зону? Там что-то сколько-то времени нужно в ней понаходиться, минуту что ли? 30 секунд, да я услышал. Ты не представляешь, как эффект сделан. Сейчас взорвалось. Потому что я не убил этот танк. Control. Дейл, на будущее Ctrl, правая кнопка мыши. И а я, блядь, вспоминаю, как, сука, эта дырка включается. Дырка. Минута 30. Сдохните, проклятые террористы, отобрали вас. Блин, отбирал, блядь, уже.